Всем привет, дорогие друзья! Я знаю, что вам нравятся просто построечки. Очень вы их обожаете. И знаете что? Я сходу вас спрошу вопросчик дня. А что нам вообще построить? Вот знаете, многие говорят, типа, ну мы кушаем. Ну может что-то из еды написать. Ма, я бы, знаешь что? Я бы сейчас пиццы бы заказал. Ну, слушай, я бы заказала сейчас роллы, наверное, жареные. Мафу такое, отстой. Короче, друзья, а вы любите вообще пиццу? Может, пиццу, прикиньте, где-нибудь нам надо будет пиццу построить? Или, допустим, вот у нас... Ма, какая у нас рубрика еще популярна? А, троллинг мобами. Может, моба какого-нибудь построить? В общем, да, мне... может быть, вообще вашего друга Антоху соседнего. Антоху либо Маринку со Светкой. В общем, друзья, прямо сейчас ставьте лайк, пишите в комментариях, кого построить. Реально, может вообще Людочку, либо Мамамию, либо вообще кого угодно. Любого моба, любую еду. Там, не знаю, пиццу. И, знаете, любой предмет вообще, может велосипед, может танки, может ролики, может вообще что угодно вообще. Вообще что угодно. И подписывайтесь на канал. Да, ребят, и прожамкайте обязательно колокольчик, потому что вы можете вдруг случайно забыть, но серия у нас выходит каждый день. Каждый день, просто представьте, каждый день вы всегда заходите в 11 по Москве, и вы найдете серию в 11.07, в 11.07, ровно 07. Так, все, так, короче. Все, хорош маячить перед глазами. Мани трепещит. Что такое, господи? Так, как муха назойливая? Так, это ну, ты давай, муха назойливая. Так, что у нас? О, ма, дирижабль Советский Союз, ма. Ага. Мне, ма, он не выпал, подожди. Блин. Я перечисляю. Ма, а почему ты не спросил меня, а как строить дирижабль Советский Союз? Ну, у меня есть телефончик, я могу посмотреть. Ма, нет, этого нет в интернете. Ма, как, ладно, подсказочку. От... Ма, вот так вот. Ну, я знаю, как выглядит дирижабль, я просто туда флаг нацеплю какой-нибудь или... Например, в смысле какой-нибудь? Советский... Заветные буквы. Подожди, ма, нет, советский... О, смотри, какое это обозначение? Серп и молот, ма, ты должна на дирижабле нарисовать серп и молот, короче. О, желтые, да, еще такие, на красном дирижабле? Да, 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 ма, да, реально. Ладно, серьезно? Да. Так, следующее... Открывал Америку. Следующее будет овца Майнкрафт. Ма, вот будешь вот так себя вести? Это будет твоя постройка. Овцу построить, это вообще... Ма, да тебе даже строить не надо. Так, дальше, короче, у нас гигантская змея. Ма, опять про тебя что? Ты что, гонишь? Ма, не гони. Прошел это. Ну, это точно не про тебя. Ма, смотри, гигантская. Потом девочка, лиса, аниме. Короче, не обязательно морду лисы, ма, ушки и хвостик. Это уже девочка-лиса аниме. Подожди, то есть я могу построить только ушки и только хвостик? Нет, это ну, уже будет нет, девочка нет, лиса, ну, дев... ну, в смысле, имею в виду девочка с лисой, ну, с хвостиком и ушками, но... Так, и следующая коробка пиццы, коробка пиццы. О, нифига, реально, офигеть, друзья, смотрите, то, что вы уже написали, то, что вы говорили в начале серии, уже... Подождите. Так уже, получается, сбылось вот эти пицца. И овца, это же считается моб. Уже некоторые мобы уже есть. Офигеть, ма. Офигенно. Так, ладно, давай. Так, я все. Подожди, хочу нажать. Жми, ма. Вот что там? Ну-ка. Твоя подружка. Ма, ну-ка. Ма, это твоя подружка. Так, все, строимся. Ма, овцу. Так, 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 так. Сейчас будем строить. Я хочу сделать ее, знаешь, каким цветом? Ма, я ну-ка розовую хочу. Ма... Чтобы она розовая была. Ма нельзя, ма протестую. Чтобы ее тщедушное тельце было розовым. Ма, лапки какие у нее обычно. Да ма, фиг его знает. Так, ладно, все строим, друзья. Так, выключаю микрофон. Мне надо ввести координаты чита. 2014. Офигеть, да, как будто год, смотрите, 2014 год координата. Потом 625 минус 625. Бац. А где? Так надо ее сделать пушистиком, супер мега такой жирный такой. Мау горнет, я думаю, ребята, просто на это гляньте. Но это даже еще креативнее, это еще даже креативнее. Я сейчас, короче, нет, это вообще угар, так, все. Включаю микрофон. Ма, ну что, как у тебя там дела? Да норм, у меня получается прикольная овечка. Ма, как ты? Ой, ничего себе. Подожди, так это утка. Да какая утка? Ты о чем вообще? А, смотри, смотрите, чисто клюв, короче, утка. Да у нее морда же продолговатая. Вообще-то у нее она квадратная. Это же Майнкрафт.
Мексиканец, ты слышал, да? А, точно, подождите, овца же мексиканец. Блин, да что там доктор на корячках? Просто... Медсестра ползающая. А, смотрите, в натуре медсестра, короче, смотрите. Это типа этот, как его... Этот, чепчик. Чепчик, да, это лицо, это... Вот, теперь больше на овцу похоже. Вот, все, теперь овца. Смотрите, как детали решать. Это не похоже на ползающую медсестру. Это просто стол со спинкой. Это кресло, смотрите. Ма всегда делает либо столы, либо кресло. Встань, я сейчас глаза и сделаю, и будет похоже. Мексиканец, смотри, это просто стол опять. Белый с розовым. Ма похоже, да, мексиканец? Вот, смотри, вылитая просто овца. Ману... Ма, я бы тебе сказал, где тут вылитая просто... Так, все, что там? Ма, Чё ты такое вообще? Чё лысая? Майя подстригли. Ну она похожа, конечно. Похожа. Почему она подстрижена? Майя её побрили, Если бы я пострел бы обычную овцу, было бы не смешно. А её побрили, мы просто побрили. Господи. Ма, отлично. Это тоже очень похоже на какой-то стол или на какой-то, на табуретку, знаешь? Ма, это похоже на овцу, не надо мне тут ля-ля вообще, тополя. Так, следующее. Похоже на овцу. Конечно. Так, следующая у нас постройка, это... Ой, девочка-лиса аниме. Ах, сейчас как завернусь на девочку-лису аниме. Ма, не надо, зачем ты руку на девочку-лису аниме? Осуждаем, осуждаем, что ты замахиваешься? Имеется в виду, ты... Ма уже тебя не все понимаешь. Судить. Ма тебя все уже все судили. Ладно, я выберу какие-нибудь классные блоки. Кстати, сейчас. Вы заметили, как Ма всегда реагирует, когда строю всяких девочек? То есть Ма вот прям такая... Вот так как... Знаете, как да собака такая... Да просто они получаются какие-то странные у тебя. Ма, они получаются шикарные. Какую девочку? Ма, помнишь предыдущую девочку? Я думаю, ого-го, она тебе как запомнилась. Я думаю, она всем зрителям запомнилась. Там, конечно, там всем девочкам девочка была. Пирожки. Маза помнит, пирожки, булочки. Так, выключаем микрофон, друзья. Тут делаем пирожки, булочки. Ой, то есть координаты прописываем. Так, так. 590, смотрите. Главное написать правильно. Господи, почему я так цвета подбираю? Так, включаю. Ой. А не, хорош. Ух ты. Вот это да. Вот что это. Там у тебя такое? Ой, я что, микрофон, что ли? Так, что за это да? Что-то такое? Моя... Да я просто в шоке от себя. Я думаю, нифига я крутой, Ма, на самом деле. Я вот как бы... Ребят, вы когда-нибудь просто подходили так к зеркалу и говорили: ой, я в шоке от себя, нифига я крутой. Ого, так, ладно, тут не смотрим. Так, ну в принципе, мам, у меня почти готово все. Думал, что ты ржешь? Да я не над тобой, я над своими. Я это, кстати, проработал, мам, тут такие глаза. Офигеть, так, включаю микрофон. Офигеть, ребят, смотрите, какие глаза реалистичные, офигеть. Включаю микрофон. Так, давайте посмотрим, что там у ума. Так, лети. Мой истерика. Просто стиль Ма, короче. Просто на превью уже. Что за херня? Не ожидала, что получится так. Просто... Вообще, что-то не так конкретно. О боже, что не так? Я плачу. Что это такое? Это Ваня. Ма, это не Валли, это... Это ужас, Ма, это кошмар с улицы Вязова. Может, у нее руки слишком короткие? Погоди, может... Ма, нет, тут дело Ма явно не в руках, Ма явно не в руках. Блин, у меня реально в натуре истерика. Ой, ладно, господи. Ма, тут реально, так скажем... Платье слишком короткое, похоже. Ма, тут все очень-очень короче. Ладно, все, не буду. Смотрите, она руки задрала такая, и платье задралось, короче. Научите меня кто-нибудь строить. Ой, ладно.
Ой, нет, ну это жестко. Ой, это... Все, это на превью, ребят, это на превью. Я аж покраснела, капец. О. Майта Кицуна. Ну как? Кицуна? Кого? Мо. Это девятихвостая лиса, ребят. Да, у ней даже, смотри, помпошки на ушках. Ма, глаза такие реалистичные, ма, но я... Слушай, ну ты не мог это сделать. Ма, я смог. Ну-ка, давайте посчитаем хвосты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Правильно все сделал. Ма, девятихвостый лис, ма. Ма, тут даже есть бонус. Иди сюда, ма, тут бонус есть. Где, смотри. Куда? Вот где сюда, ты? Вниз, вниз, ма. Смотри. Внизу бонус? Я думала, это девочка. Ма, это бонус, вот так смотри. Оп, оп, все. Я ничего не видела, я не знаю ничего. Ма, круто. Ну, за бонус тебе отдельный респект, я думаю. Мам, я... У меня тоже же бонус, ну смотри. Макс, я тебе на торе тоже с бонусом сделала. Боже, не, ну вот это ж... Кошмар переделать, я не могу. Ма, нет, 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 на превью пойдет. Ма, не трогай, не трогай, все на превью, все. Это пойдет на превью, это пойдет... Я это в город перенесу, это у нас будет там музей, короче, славы. Нет, пожалуйста, не надо такой страх туда ставить. Музей кринжа, все, там будет музей кринжа, короче, стоит там... А, тогда можно все мои постройки. Все постройки, так, ладно, все, включаем следующий, ну-ка. Коробка пиццы, ма. Ну, хоть что-то нормальное, ребят. Ма, хоть что-то, это вообще, конечно, дичь, дичь, дичь. Ой, так ладно, давайте сделаем что-то похожее реально на коробку, а пицца у нас будет желтая с колбаской. Ма, я знаю, какую ма пиццу любит, пепперони, короче, острая. Нет, я такую не люблю. В смысле? А какую ты любишь, ма? Мексиканскую. А, точно, я перепутал, я пепперони люблю. Угар, да, ма? Нормально вообще, нормально. Так, а где? Я не могу. Ну, мне, кстати, нравится пепперони не острая, такая, знаете, среднечковая, чтобы как бы, когда поешь, чтобы не было такого привкуса, типа это. Что это? Горит. Пукан. Да. Так, все, выключаю микрофон. О, смотрите, 2030. 2030 год. Кстати, скоро... Блин, я не могу понять, из чего мне сделать пиццу. Так, я все еще болею, друзья, но все равно, кстати, для вас записываю, кстати. Я считаю, заслуживает отдельного лайка. Так, все строим, строим, строим. Выключаем микрофон. Ой, включаем микрофон. Блин, а где шерсть-то? Ма, ищи там, давай, ма. Ну, что там, ма, давай. Хотя, не, подождите. Я еще ничего не сделала, пока... Ой, это я не то строю. Хотя, знаете что, мне на самом деле нравится мясная пицца, где три вида разного мяса. То есть там и колбаса, и еще всякое, и типа... И знаете, там есть, короче, элитные пиццы, где там даже кусочки стейка, короче, кладут. Чуть-чуть там, знаете, нарезать. Элитные пиццы, что? Ма, есть такие. Что? Первый раз слышу, что такое элитная пицца? Ма... Мать, тебе это не дано узнать. Я шучу. Не, на самом деле это очень редко где продается. Там обычно в крупных очень городах. И они чуть дороже там в два раза, чем обычная пицца. Там типа прям... Понятно, да. Ма, потому что там, короче, есть этот стейкич. А стейкич довольно дорогое мясо для пиццы. Там кусочки, не стейки, а прям кусочки, знаете, там курочка. И как твоя печень после этого поживает? Мат, отлично. Она говорит спасибо. Ну, в смысле, это полезно, а мясо есть, так что не надо тут лелеять. Зрители, ешьте мясо, вы будете всегда здоровые, мощные. Сможете дать всем люля, короче. Это правда. Может, это за песочница? Там ты песочница, это пицца, подожди. Колбаски, пепперони у вас. Блин, это же на суп какой-то похоже. Ма, это похоже на песочницу, где пришел и кот накекал. Вот на это больше. Это пицца. Это короче, кошачий лоток. Это кошачий лоток. Это кошачий лоток. Какой это лоток? Это кошачий лоток. Мексиканец, ну глянь, скажи же, да? Это мини-пицца. Это кошачий лоток. Они все едят огромные пиццы со стейками. Некоторые любят вот такие маленькие пиццы. Это кот пришел, он накекал. Да встань ты со своим котом, уже придумай чуть получше. Он типа маленькими тут краничками, тут прям такие нормальные колбасы пошли. После, так, то есть... ладно, пойдем посмотрим, что ты там наделал. Ма, смотри тут. А макара итальяно, пицца итальяно от самого бай мама мия. О, тут открыли. Блин, а у тебя что, не кот обделал? У тебя реально в натуре как будто вот просто вот пришли и нахуняли здесь. Ма, вообще-то нет.
Тут даже, вон, смотри, типа, сыр такой, он прилип такой, отклеился, ма, все нормально. Че ты мне тут... Сыр прилип. Сыр, ну когда открываешь, она же сырная такая, раз соус, короче. Ой, гляньте на эту поляну просто. Ма, вообще-то, все понимают, что это шедевр. Тут и соус есть, и все. А у тебя... что это такое, вот это коричневое, это что? Это мясо, ма. Поджаристая корочка пиццы. Мазайте специально, баба, смотри на свое вообще, а потом осуждай. Ма, давай, жми рычаг. Ма, ты где там стоишь? Я смотрю на твой шедевр. Так, тогда я жму, раз ма не жмет, короче. Ма, жми, жми, давай. Так, о, гигантская змея, это сейчас будем ма строить. О, сейчас тебя будем строить. Так, гигантская змея, ну давай еще. Так. Сейчас какую-нибудь горгону сделаю. Ма, давай, прям змею надо гигантскую, питон, ма. Так, выключаем, короче, микрофон. Ребят, знаете что? На самом деле я отлетаю очень далеко, потому что, смотрите, в чем прикол. Вот эта змея, она настолько гигантская. Сколько тут блоков, сейчас скажу. Сейчас я найду ее. Это самая гигантская постройка. Возможно, она будет строиться очень долго. И главное, так, сколько? 913 тысяч блоков! Так, наверное, знаете что? Мы, наверное, даже еще отлетим подальше вот сюда. Потому что змея, ну, реально очень гигантская. Так. Пишем координаты. Сейчас главное правильно написать координаты. Прикиньте, просто какая гигантская... Ой, что ты тих? Включаю микрофон. Мада, я сосредоточенно мастрою. Все-таки гигантская змея, это ответственность большая. Надо, да, короче... Согласна. Ма, тут надо, короче, подойти, так сказать... Чтоб не ужалило. Ма, да, 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 как говорится, ма, тут ответственность очень большая. Так, ну ладно, сейчас я заделал гигантскую змею. Выключаем микрофон. Ребят, смотрите, у меня построилось только 5%. Офигеть, я не знаю, что здесь будет за змея, но это, по-моему, одна из самых гигантских построек за последний месяц. То есть, смотрите, просто область, которая строится, она просто гигантская. Так, включаем микрофон. Ма, как у тебя там дела? Я уже устала. Ма, по жизни. Так, тут строим, строим. Змея реально слишком гигантская, блински. Замахнулась что-то я, ну ладно. Ма, нормально, нормально, строю. Так, это, выключаем микрофон. Ребят, это очень хорошо, что ма строит тоже гигантскую змею, потому что я на самом деле переживал, что я не успею построить, а она успеет, придет и... Все, я закончила. Включаем микрофон. Ма, как? Ну вот так. Да ладно, шучу. Ма, я чуть не кекнул, короче. Так, ща я тут, я ее завихрила. Смотрите, ма, короче, ма меня решила затроллить. Ма, ты что, офигел? Это моя фишка. Но какая ты... фишка? Ну, тролль, ма, я тролль тысячелетия. Ма, я самый главный тролль Ютуба. Ребят, если кто будет спрашивать, скажите, Евген Бро, самый главный тролль Ютуба. Знаете, вот всякие там ютуберы, они что там пытаются что-то копировать рубрики, пытаются что-то там потроллить. Скажите им, вы все ни о чем. Нормальный тролль Ютуба — это Евген Бро. Только, я серьезно говорю, ма не даст соврать. Все троллинги 6 лет. Прикиньте, 6 лет снимают троллинги. Сколько было людей, сколько Господи. Было троллингов. Ма, ну вообще-то это правда. Должна ма подтвердить и сказать, что да, так и есть, короче. Ну что, вообще-то наши рубрики ма копируют. Так, на секундочку. Ну ладно, хорошо. В смысле, ма, ладно, хорошо. Это плохо, когда копируют. Я пытаюсь построить змею, она у меня уже слишком... Все, я уже заканчиваю. Так, ну тролль, да, ты меня в последнее время вообще троллишь, так-то вообще негодую прям. Но насчет тех ребят, которые нас копируют, да, есть такие ребята на Ютубе, которые копируют наши рубрики, в том числе и постройки, а ведь это наша рубрика. Даже трек был, ты не мог, ма, я смог, разорвал весь Ютуб. Ма, ты в курсе, что это трек? Занял, на секундочку, 7-е место в мире по просмотрам в этом году. Ты в курсе, ма? На официальной странице Ютуба. Да, на официальной странице Ютуба. Я вам прикреплю ссылку, ребята. На официальной странице Ютуба, на официальной странице Ютуба, на 7-м месте в мире этот трек занял просмотры. На секундочку. Ну, вы достижение. Понимаете, ребят? Вы понимаете, что это легендарная постройка. Вы можете зайти... Легендарная постройка. Легендарный трек. Вы можете зайти, написать YouTube Trends. Ну, в общем, короче, я прикреплю ссылку, посмотрите. В комментариях реально будет, если не забуду. Так, сейчас я пометку поставлю. Пометку поставил, все. За памятку.
Господи, я какую-то глисту сделала, которая из унитаза высыпается. Ма, договори это. Ну, вот копируй. Это реально, друзья, нехорошо. Я просто отвлеклась на свою глисту. Я же тут строю еще одновременно. Да. Все, о, смотрите, ребята, это вообще красиво получилось. Все, отлично, отлично, отлично. Ты, может, пойдешь подсмотреть? Все, моя еду. Короче, ребята, рубрика наша принадлежит нам. Все, я лечу, короче, манока. Так. У меня еще такая ядовитая попка. О, нифига себе! Это прикол, прикол, прикол. Смотрите, чисто змеюкич горгоныч, короче. Ну, круто же, да? Она еще кричит. Ма, ну так-то да, ма, так-то да. Ну, вообще-то я хотела сделать пупсика змею, ну, типа, вот это чепчик такой. А, типа, да, малыш, короче, малыш. Малыш-червячок, короче. Малыш-червячок. С ядовитой попкой. С ядовитой попкой, ма. Ма, так, ну посмотрим, короче, моего змей-змеича. Так, а где он? Ма, летим. Ма. Чё он так далеко? Ма, ну я продумал, что он будет гигантский. Смотри, он просто вырывается из песчаной глубины. Такой вверх, короче, вьется. И посмотри просто на его опасную пасть. Ма, офигеть, да? О, подожди, да там вход есть, ага. Ма, да. Чё там? Ма, там находится, смотри, манычка, смотри, заходит. Тут можно жить, ма, тут дом. И можно просто в питоне погулять, ма. Ты хочешь прогуляться по питону? Ой, гад, серьезно? Мы что, будем ходить по змее, по его внутренностям? Ну да, прикинь, это какой еще офигенный еще и дом, то есть нычка. Офигеть же вообще. Было бы прикольно, если бы это была шахта. Ма, ну это шахта. Шо, притих? Ты шо, притих? Ма, я не притих, я просто такой задумался и такой думаю, ну прикольно, прикольно. Кстати, да, смотрите, это одновременно и дом, ну и как бы ты можешь прокопать под землю. Ма, что ты, тихо, ма, не копай, питон, мы еще не вышли. Я мне посмотреть хочу, какую высоту мы про... О, ну слушайте, ну тут бы нам еще спускаться и спускаться, конечно. Ну я лечу, 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 лечу. О, смотрите, он еще и заходит вовнутрь, вон там, а вот и заканчивается. Оп, оп, оп. Обалдеть. Оп. Ма, ты что, вышла уже, что ли? Ну-ка, я сейчас тоже выйду. Ну да, я прокопалась, вышла. А, вон, вон. Ну да, здесь, короче, смотрите, проходит. Ма, ну как, круто сделал? Подожди, ты еще и пьедестал какой-то для него сделал. Ма, тут как бы и шахта есть, смотри, иди сюда. Где шахта? В самом конце, в самом конце. Ну вот это не шахта, это типа дыра, из которой он вылезает, это... Не-не-не, вот самую глубину, самую глубину. А, подожди, там что, продолжение, что ли? Ма, нет, не там, там, короче, ты не там, Адратко. Какой пьедестал там, а какой пьедестал? Ну вот же, ты сам-то не понимаешь, что ты сделал, что ли? А, так это не пьедестал, это пустыня, я же тебе сказал. Ма, ну я мог? Или ну так не... она же, ну нет, ты не мог, во-первых, во-вторых, она как бы стоит на подставке. Ма, ну да, я это продумал. Ну вот, я про это и говорю. А, так подставку так и называем, а то я сначала не понял. Так, про это... Так, пьедестал называется. Ма, ну ты и пьедестал, короче. Ладно, следующее, ма, ну я, получается, смог? Ну вроде как бы да, но и не мог. У нас остается последний. Дирижабль! Да, блин. Па-пам-па-пам-па-пам-па-пам-па-пам. Па-п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 а
Ма! Во славу Советского Союза! Я сделаю как... Как бы, как я вижу, но никак на самом деле возможно. Вы слышали, как Ма отмазалась? Она теперь свои косяки так отмазалась. Я сделаю, как бы, как я вижу, но не так, как нужно. Офигенно. Не то, чтобы не так, как нужно, а так, как я вижу, и как бы я не буду опираться на какие-то картинки в интернете. Я сделаю сама. Офигеть, так, выключаю микрофон. Смотрите-ка у меня какая координата. 2023 год. Это же следующий год. Это год СССР? Ребят, чего? Я строю дирижабль СССР. И смотрите, координата 2023 год. Чего? Прикол, включаю микрофон. Мам, это 2023 год на носу. Он у всех уже на носу, как бы. В смысле, мама, на носу еще целый год до него. Ну, он как бы же и будет. Ну, или нет, конец света. Ма, ну будет, будет, конечно. Очередной. Ма, ну что такое говоришь? 2022 год. Ма, осуждаем, 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 просто максимально осуждаем. На всякий случай, я не знаю, почему я осуждаю, но я просто осуждаю, потому что осуждаемо.
Все ясно, все ясно. Так, все я маэстро. Ой-о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 й, ма. Вот так строим, строим. Вот так вот, вот так. Ма, ничего нет, нормально все там? Ну, фризы какие-то, а че? Ма... Ты тоже, что ли? Да, у меня что-то, видимо, Майнкрафт лагает. Я даже понять не имею, что такое может происходить, ма. Наверное, СССР летит. Куда? Сюда, дирижабль, ма. Дирижабль! Ага! Ма, знаешь, такой прикол? Слушай, такая маплина такая. У нее же даже это... Почувствовали, когда она это говорила, как будто, знаешь, такая морщина появилась и седой войс. Волосы, она такая, знает, прикол. Знает. Ой, седой волос. Ну, типа, это отсылка, чтобы... Все, кто знает этот прикол... Типа, я старец, да? Ну, те, кто знает этот прикол, значит, старцы, короче, полные. Какой прикол-то? Ну, дирижабль, ага. А, ты про это, что ли? Ну а да. Ты... Это очень старинный, просто бородатый прикол. Ма, ну я, получается, вот так вот возводил, вот так вот возвожу. Ма! И что сделал? Ну, ма, почти, да. Ну, давай. Ты, а ты, сейчас. А ты что? Потому что я тоже почти доделываю. Ма, ты тоже почти доделываешь? Ага. Ну, да. Ну-ка. О, смотрите, там что-то она старается. Смотрите, что-то по ней получается. Тут и серп, и молот есть. Ну, похоже, между прочим, так. Ма, почему дирижабль квадратный? Ну, спроси на него, почему он решил таким быть. Хотя не, подождите, это же команда R. Смотрите, Ма нарисовала букву R. Какую букву R? Это серп и молот. Ну ладно, ладно, ладно. Я хотел, короче, немножко пошутить, ну ладно. Так, смотрите. Ма, почему дирижабль квадратный? Потому что он таким родился, не спрашивай меня, почему. Ма, надо было ответить, потому что он живет... Опа, подожди-ка, ма. О, на тебя, ма, жалоба опять поступила только что. От генерала Гавса и от генерала Мявса. И что там? Ма, они говорят, что ты только что оскорбила все дирижабли мира. Чем? Ма, тем, что сделала их... Так, генерал Гавс, генерал Мявс. О. Я как бы торжественно говорю вам, что мы разберемся с Ма, с тобой будет разборка. Погоди, я хочу чуть-чуть переделать. Ма, давай. Просто так вот. Мексиканец, мексиканец, сюда, сюда, сюда. Ма, почему он квадратный, просто квадратный дирижабль? Ну блин, ну что ты спрашиваешь меня? Это же Майнкрафт, тут все квадратное. Майнкрафт, моя жизнь! Ма, полетели, посмотришь, ма, на восьмое чудо света вообще. И это настоящий дирижабль. Смотри, тут он мощный, смотри, тут типа нарисована морда, чтоб страшно было. Здесь, короче, серп и молот. В правильной ма форме, а не как у тебя пиратский флаг. Знаете, где это? Мечи перекрестнутые. Какой пиратский флаг? Ну, у тебя, типа... Блин, ну... Бомбочка такая, ну что поделать, ну вот такой мне квадратный. Тут, смотрите, у меня, короче, пропеллеры, тут, короче, ма, ну как? Ну пропеллеры я тоже могу доделать, ну ты не мог это сделать, он слишком крутой для тебя. Ма, я смог, я просто постарался на славу и вот. Блин, хочу на дирижабле полетать теперь. Ма, я тоже, кстати, прикиньте, ребят, столько строим дирижабли, а никогда не летали на них, ма, офигеть. Ну, конечно, это выдуманный дирижабль, такого не было. Не, ну, конечно, ма, ма, может, был, кстати, вот на самом деле. Ну, видите, какая-то мордочка нарисованная. Кстати, во время войны, может, такие были, потому что надо производить впечатление на врага, чтобы они такие, офигеть, страшно. И тут как раз, прикиньте, из небес такая штука вылетает. Тут под ней расположены три ядерные ракеты. Он зависает где-нибудь, тыщ, и все, ма. И нету, короче. Я в шоке. Ма, блин, а что я делаю? Я его пытаюсь сделать как-то... Ма, ты что, к своему летела, что ли? Ну, вообще-то, да. Я уже там свой хочу пропеллеры доделать. Ма, да все уже, короче. Так, как говорится, генерал Гамс говорит, может не доделывать. Вообще, дорогие друзья, вот такие были... Крутые построечки, ма, тут трудится, ма, ты сделал просто еще квадрат больше. Погоди, ну надо так, значит. Ладно, пока ма строит, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да, прожмите колокольчик, уйди отсюда. Ма, ты хвост сделала криво. О!
Что это такое, блин? Маш, что это внутри такое? Дирижабль с планеты жопа. Все, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Никому не желаю на таких дирижаблях летать. Я доделаю его за кадром, не мешай. Ма, давай, давай. Ма, зачем? О. Ма, красота. Шикарно. Ма, ну пойдет. Это ма просто шестеренка все где-то ставится.